Все, кто с детьми и за детей. 1 июня уполномоченная по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Кианская поблагодарила всех, кто помогает ей отстаивать права подрастающего поколения. Творческая сторона праздника легла на плечи театральной студии «Детский остров». Воспитанники детдома «Радуга» подготовили для гостей небольшие постановки. По-детски искренние, но не обделенные глубоким смыслом. За последний год к Татьяне Кианской поступило более 1500 обращений, и каждая требовала индивидуального подхода. Одну проблему детский омбудсмен может решить сразу, по другой – только проконсультировать. Есть список проблем, которые уже в течение года, вернее, лет не меняется. Это взыскание алиментов, взыскание должников, долгов по алиментам. Это улучшение жилищных условий, лекарственное обеспечение детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Установление инвалидности, затем школьные конфликты – это тоже одна из таких доминирующих тем в работе нашей службы.